на площади перед перекрестком Котрыжи, и он уже месяца два там развалившись лежит и радует, значит, горожан. У него там на ошейничке написано, что он сытый, домашний, и, пожалуйста, его не трогайте, не тискайте. Слушать Сергея Черкасова можно так же долго, как и смотреть его работы. Бесконечно влюбленный во Владивосток, художник пишет известные всем горожанам и знакомые многим гостям города дома, улочки, пристани. Но в этих, казалось бы, привычных видах он всегда способен разглядеть и заметить что-то прекрасное. Зданий современной архитектуры Сергей Черкасов не замечает намеренно. Их называют монстрами из стекла и бетона. В большинстве своих работ он старается передать красоту исторического Владивостока, сохранить его в своих картинах. Таких городов с небоскребами немереное количество. А вот такое лицо, как историческая часть Владивостока, она очень индивидуальна, она, ну, нет таких городов. И вот там Никита Сергеевич говорил, что это Сан-Франциско. Никакой это не Сан-Франциско, это Владивосток. Море и город весной, летом, зимой и осенью. На выставке в новой галерее сегодня представлены 34 работы Сергея Черкасова. От привычного в работе акрила художник отказался на год. Начиная с прошлой осени, писал исключительно акварелью. Нюансами исполнения в этой технике сегодня делится со студентами художественного колледжа. Вот такой. То есть вы сначала рисовали вот это, да, а потом, да, размывали? Да, да. Ну, тут импровизация. Можно так, 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 по-разному. Советы мастера для начинающих художников – это не только ценные знания, но и то, что вдохновляет. Особенная работа мне понравилась вот эта. Да. Там название не написано, но нравится больше всего тем, что это больше бытовой такой жанр. И все простое. Оно вроде бы простое, но оно очень интересно и затягивает. Вот мы сейчас проходим акварель. И прям хочется, уже просто хочется, рука просто хочет уже попробовать самостоятельно что-нибудь попробовать, так вот. Но нужен опыт, вот. Если честно, картины просто великолепные, я даже не знаю, все забрала. Свои картины в новой галерее Сергей Черкасов выставляет уже по традиции. Увидеть работы художников и фотохудожников здесь можно совершенно бесплатно. Частые гости, туристы с удовольствием приобретают сувениры на память. Выставку Сергея Черкасова планировали не закрывать до весны, но тем, кто хочет увидеть большинство работ художника, стоит поторопиться. Ведь большинство картин уже распроданы. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.